В Нюрнбергском районе возбудили уголовное дело в отношении учителя английского языка, который устроился на работу в школу по поддельному диплому. Об этом сообщает прокуратура республики. Установлено, что мужчина предъявил при устройстве на работу диплом, якобы выданный ему одним из государственных лингвистических университетов. Но, как выяснилось, диплом он приобрел у неизвестного лица через почтовое отправление за 20 тысяч рублей. В отношении псевдопедагога возбуждено уголовное дело. В данной школе гражданин работал в качестве учителя с 2012 года. Прокуратура района направила материалы проверки для решения об уголовном преследовании в отдел МВД по Нюрнбергскому району. По результатам их рассмотрения в отношении гражданина уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. За использование заведомо подложного документа гражданин может быть наказан в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами, либо арестом на срок до 6 месяцев. В настоящее время гражданин по требованию прокурора Нюрнбергского района отстранен от педагогической деятельности.